тюркские языки, на котором сейчас разговаривают на Алтае многие народы, он очень похож на язык майя. Вот, например, солнце. Майя – кун. Тюркский язык – кун. Ломать. Майянский язык – ват. Тюркский – ват. Летучая – соц. Соц. Рука. Майянский – кул. Тюркский – кул. И вот таких совпадений, то есть просто стопроцентных, очень много в языке. К сожалению, современная наука, ортодоксальная, она как-то это все замалчивает. Потому что если все это принять во внимание, наверное, историю придется переписывать.